Дома одни слышите стук в дверь, не открывайте ее. Чаще всего жила у своей бабушки дома во время летних каникул. Это было ее единственное правило во время моего нахождения там. Но я воспринимала это как за какой-то маразм. И вот однажды я осталась дома одна, как-то так сложилось. Я уже ложилась спать, и вдруг я услышала какой-то стук. Я посмотрела на время и поняла, что сейчас уже 12 часов ночи. Но мне показалось, что возможно это дом трещит или что-то подобное, поэтому я проигнорировала это. Кстати, забыла вам сказать, что дом моей бабушки находился в безлюдном месте в поле. Ближайшая цивилизация, точнее, автозаправка находилась 200 километров оттуда. А по ночам были слышны только совы и больше ничего. Я считала это самым спокойным местом на земле. Но в этой ситуации, когда я услышала стук, мне стало очень страшно, потому что я поняла, что я ничего не смогу сделать, так как вокруг никого и ничего нет. Ну и в общем, да, я проигнорировала это и снова легла спать. Но заснуть у меня так и не получилось, потому что я снова услышала стук. На этот раз он был немного громче, но я снова подумала, что это просто мне показалось. Но когда я услышала стук в третий раз, я поняла, что что-то происходит. Он был настолько громкий, что даже дверь начала трясти. Тут я поняла, почему это было единственное правило моей бабушки — не подходить и не открывать дверь. Продолжение этой истории будет у меня в инстаграме. Мой ник на экране, как обычно. И скажите, что вы думаете по этому поводу. И также пишите мне в инстаграм свои страшные истории. Возможно, в следующем видео я вас отмечу и расскажу именно ее.